Золотые горы. Вкус для каждого. Польза для всех. Говорят, что лучшие повара – это мужчины. И сегодня мы можем это доказать вам в настоящей мужской компании, приготовив интересные блюда. В эфире кулинарное шоу «Магия кухни» и я, ее ведущий Алан Черкас. Время готовить. Ну а руководить процессом сегодня будет шеф-повар ресторана «La Roof» Александр Григорьев. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что сегодня вы вместе с нами. И вот этими, собственно, мужскими руками, мужской команде мы сегодня будем творить чудеса. По-настоящему настоящие чудеса на этой кухне. Александр Григорьев, шеф-повар ресторана «La Roof». Стаж работы 10 лет. Специализируется на европейской и паназиатской кухне. Фирменное блюдо – запеченная спинка теленка и мясо на гриле. Мечта получить для своего ресторана звезду «Мишлен». Сотни рецептов. Один майонез. Майонез «Три желания». Генеральным спонсором нашей программы является компания Eurasian Foods Corporation с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Eurasian Foods Corporation – традиция качества с 1962 года. Ну и сегодня нашей компании никому не придется скучать. И для этого я приглашаю нашего замечательного гостя, талантливого молодого артиста. Хотя какой он уже молодой? Его уже все знает и любит вся страна долгие-долгие годы. Айкон у нас в гостях. Айкон, спасибо, что сегодня ты вместе с нами будешь творить так же. Вам спасибо за приглашение. Это по-настоящему кушать охоту как раз. Да, магия кухни. Кушать мы все хотим. А, кстати, Александр, всегда было любопытно, повар должен быть голодный во время приготовления или сытый? Конечно же сытый. Потому что, когда готовишь блюдо, сразу не разобраться. Когда ты голодный человек, ты готов съесть что угодно. Нужно быть непредвзятым в этой ситуации. В итоге ты не приготовишь ничего, да? Все вкусно покажется. Официальным партнером передачи «Магия кухни» торговая марка «Цесна». Мука, макароны, лапша для пешпармака, вторых блюд, кеспе. Все самое лучшее на вашем столе. Ну, шеф, расскажите, что мы сегодня будем готовить. Мы сегодня готовим пасту с морепродуктами в томатном соусе. Вот, для этого мы используем сегодня мидии, собственно, мидии в ракушке, кальмары, тушка. У нас здесь огромное количество и креветочки, да. Да, креветки. Это кальмары есть, креветки есть, мидии есть. Паста. Паста тальятелли, базилик, также болгарский перчик и лук-шалот. Все в сопровождении вина белого, также оливкового масла и томатного соуса. Табиғи кетчуп үшін бар болғаны үш нәрсе қажет. Ең жақсы қызанақтар, ең жақсы қызанақтар және бастысы ең жақсы қызанақтар. Три желание кетчуба. Қызанақтар, қызанақтар және тек қана қызанақтар. Теперь командуйте, шеф, что нам нужно делать, дабы мы в три руки, как говорится, или в шесть, точнее, да? Рукава надо закатать. Ускорили весь этот процесс, потому что всем хочется быстрее попробовать то, что у нас получится. Так, итак, ну, для начала мы берем овощи, чистим, нарезаем. Так, Алан, вам, наверное, лучок. Мне везет на такие ингредиенты всегда. Поплакать, пострадать, вам да, это мое. Болгарский перчик. А как его резать примерно? Буквально, наверное, мелко. На пасту мы возьмем по кусочку каждого. Для того, чтобы она у нас была цветная и красивая. Айкон, а тебе... Айкон, говорят, у любого мужчины все равно есть любимое блюдо. Каким гурманом ты не являлся? У тебя есть любимое блюдо? Вообще, мое любимое блюдо – это курдак. Это достаточно жирное блюдо, я скажу, калорийное, но по тебе не скажешь. Если ты следишь за собой, ты спортом занимаешься? Нет, я просто всегда, если даже в день кушаю в ресторане, всегда заказываю или первое салат, или второй салат. То есть нет такого, первое, второе, салат, потом чай, десерт. А, соблюдаешь правильное питание, хотя бы следишь за рационом, да? Да, да, да. То есть... Количество еды надо просто ну и плюс активный образ жизни. Да. С твоим графиком, спортом, я думаю, ты скидываешь и прилично сжигаешь. Ну, я не успеваю, в принципе, в день это 2-1 раз кушаю иногда. Ну, ночью так, кушаю. Шеф, лук как нам резать? Лук мы порежем меленько, да, пополам, мелким кубиком. Угу. Так. В принципе, если это блюдо готовит один человек, за какое время он может справиться? Ну, буквально минут 30, смотря, опять же, от знания блюда. Если мне мы кажется, готовим его в первый раз... Мне кажется, больше времени уходит помыть, там, подготовить. Да, конечно, на подготовку все уходит. Ну, вся суета, да, обычно. Купить, сходить в магазин. А в целом, когда все подготовлено, в принципе, это очень быстро. То есть, и довольно-таки нетрудоемко. Айкон, а ты сам умеешь готовить вообще? Честно, я умею готовить яичницу, умею готовить, умею готовить... ну то есть, понятно, ты уже повар от Бога. Ну,
как бы в детстве приходилось готовить, но как более-менее подрос, уже родители готовили, сейчас жена готовит, поэтому особо не умею. У нас здесь замечательные гости всегда в магии кухни, которые творят чудеса и одновременно рассказывают о своем творчестве. Невозможно о тебе не заговорить, потому что, ну, что-то греха таить, мы все об этом знаем, что не песня, то хит, что не песня, то хит. Как у тебя это получается? Кто следит за твоим репертуаром? Ты лично или это как бы продюсерская команда вся занимается поиском? Ну, сейчас я уже работаю один, сейчас я, как бы, можно сказать, самостоятельно стал. В течение 8 лет работал с продюсером Эриком. Слушай, сколько прошло лет со Суперстара? Суперстара прошло 10 лет уже. 10 лет? Ты уже, получается, 10 лет официально являешься айконом, который знает вся страна, айконом, да? Да, 10 лет на сцене уже. В преддверии новогодних событий. Я наверняка знаю уже заранее ответ, который будет, который прозвучит от тебя. Но так или иначе, где ты обычно справляешь Новый год? Я имею в виду 31 число. На работе или все-таки дома? В основном на работе, потому что 31 число – это такой, такая дата, да, хорошая, когда люди хотят там праздновать, развлекаться. Допустим, в прошлом году я встретил Новый год на работе, это было в Кызылорде. В этом году еще непонятно, не точно, но где-то в просторах нашей страны, может, даже в Алмате будут окружать. Ну, ты, получается, уже привык к этому образу жизни? Ну, да, в принципе, 31 можно Новый год отпраздновать попозже, уже 1 числа, 2 числа. У меня просто... Хотя я с тобой соглашусь, с каждым годом, когда становишься все старше, праздник уже ощущаешь по-другому. Да. Это в детстве для тебя вообще было важно, 12 часов встретить. Да, было сейчас такое, это да. Шеф, а 31-го у вас всегда обычно как? Работа? У нас загруз, да. Гости. Как всегда, да. Все нормальные люди отдыхают, а мы по закону жанра все гости голодные и ждут, естественно, яств. Мне кажется, самое для любого человека, который любит свою работу, справлять любой праздник на работе, это тоже праздник. Я, с одной допустим, стороны, да. Мне, ну, учитывая род деятельности, например, да, музыкантов, мне, допустим, творческих людей. Ну, на сцене интереснее встретить Новый год, нежели дома. А тем временем я нарезал кальмары кольцами. Так, мне всегда было интересно, как кальмар выглядит вообще. А, кальмар в жизни такие симпатичные люди. Как рыба, да, он? Или как? Ну, это как больше осьминог, семейство осьминоговых, щупальцевых. Вот. А это чисто они мясо, могут достигать, да, это уже готовый полуфабрикат. Они могут, кальмары, достигать 2 метров в диаметре и 3 метра высотой. То есть довольно до таких размеров. Тем временем у нас вода закипела, и мы бланшируем наш помидорчик для того, чтобы снять кожицу. Ведь когда-то Айкон расскажет всем своим друзьям, которые находятся, возможно, сейчас по ту сторону экрана, что, побывав на магии кухни, он узнал, как выглядит в жизни кальмар. Да. И, собственно, с чем его едят. Ну, слушайте, у нас достаточно, не могу сказать, что калорийный, достаточно уравновешенное вот это блюдо получается, потому что основное ударение делается на морепродукты, здесь достаточно количество, огромное количество белка, поэтому если вдруг вы даже следите за своей фигурой, то вот это блюдо я бы отнес к одному из фитнес хотя бы блюд, которые, в принципе, не сильно... Я с вами полностью фигурку соглашусь. Кстати, это готовые креветки, да? А, да, это уже свежеваренные креветки, они уже отваренные. А вообще, вот, повара во время готовки там в рот закидывают? Ну, это, конечно, специфика каждого повара. Лучше как готовить, на сытый желудок или голодный? Когда, конечно, сытый, ты вряд ли что-то закинешь уже. Ну, как бы, для дегустации это необходимо. Сытый ты, не голодный, но прежде чем отдать блюдо гостю, надо обязательно его протестировать. Так, что нам делать, собственно? Можно положить это рядышком с этим луком. Так, как у нас это все будет одновременно жариться. Так, тем временем мы ставим, наверное, воду на пасту. Но лук у нас по прежним правилам, да, один из первых закидывается на жарку. Да, обязательно. Водички. Вода. Сейчас у нас закипает, значит, вода, да, Саш? Она у нас уже скипела, мы уже отбланшировали, получается, помидор, отделяем его от кожицы и можете этим впрямую и заняться. Так, от кожицы? Да, кожицы отделить, разрезать его на 4 части, удалить сердцевину. Шеф, а у вас на кухне случались какие-то курьезные моменты, непредсказуемые? Вот я слышал, знаете, как даже небезызвестный Джейми Оливер готовил блюдо для одного из критиков. Очень ответственный момент был. И переварил пасту. Это, конечно, был мини-скандал такой. Неожиданный. Ну, курьезов, конечно, как на любой кухне хватает. Но самое главное, чтобы это было вовремя поправимо. Мы закинули лук и... Лук с фиолетовый, базилик и порей лук. Да. Также мы дожидаемся... Помидор нарезали. Дорезаем чесночок. Вот. И закинем туда же все к нашему луку.
чтобы блюдо получилось ароматно. Нарезку самые такие ответственные, очень приятные овощи. Да. Ну, мне, как ты заметил, достается чеснок. Чеснок, лук, это все ко мне, обращайтесь. Болеть не будешь зато. Если бы я еще это ел, конечно. Так, это достаточно. Я напоминаю для зрителей наших, паста у нас сливочное масло, масло оливковое. Это все на готове, ждет своего часа. Перчик. И вот теперь самое интересное, томаты. Мы с ними уже сотворили чудо, подготовили заранее к готовке нашего блюда. Мы провели помидоры через блендер, томаты, да? Да. Завтрак – это начало твоего дня. Будет ли он насыщенным? Полным ярких красок. Пройдут ли гладко все намеченные дела? Или тебя закрутит в будничных заботах? За завтраком все это не важно. Масло «Золотые горы». Вкус и польза. Вот что важно. Вот, теперь начинается самое любопытное. Закидываются креветки. За ними следуют кальмары. Которые когда-то были настоящие живые, которых любит наблюдать Айкон. Заранее почищенные мидии. Заранее почищенные мидии. Слушай, это же идеальное вообще блюдо. Пока у нас морепродукты готовятся, мы сюда подливаем сюда белое вино. Белое вино. Белое вино сухое? Сухое. Можно полусухое. Можно полусухое. То есть, какое предпочтение. Также во время этого всего процесса мы добавляем тимьянчик. Чуть-чуть тимьянчика для аромата. Также мы его в конце чуть-чуть добавим. У меня вопросы помимо Айкена, конечно же, обращаюсь к нашему шефу. Как началась ваша карьера? Как давно вы стали поваром? Когда вы поняли, что у вас получается это лучше всего? Ну, как многие из нас, у нас спрашивали в садике, кем ты хочешь быть? Кто-то говорил милиционером, кто-то говорил, я хочу стать космонавтом. Ну, почему-то я сразу знал, что я буду поваром. Свой первый борщ я приготовил в 12 лет. Это было на Черном Боре у бабушки. Я отдыхал на курорте. Борщ? Борщ, сколько вам было лет? 12 лет. Так, вот. Реально вкусный борщ. Дайте мне задание, Александр, потому что я когда слушаю вас, я не понимаю вообще. Мне сколько лет, я до сих пор не умею нормально готовить. Тем временем у нас выпарилось вино, мы можем добавить уже томатный сок. Ну и как бы, зная то, что я буду поваром, первые свои шаги конкретно я сделал уже лет 15 на кухню непосредственно. У меня есть очень хорошие друзья, которых я давно знаю, они повара. Вот. И как бы пригласили меня, они немножко постарше, пригласили меня в ресторан, в том, в котором они работали. Попробовать. Да, попробовать, как это получится, не получится. Ну, затянуло, знаете, попробовал, затянуло. Конечно, первая зарплата помощника повара совсем смешная была, но все же... Но потом старались, работали. А теперь вопрос, кто дома готовит? Ну, дома готовит, конечно же, жена. У меня она превосходно готовит. Да. Критикуете, что-то так... соли мало. Нет, стараюсь не критиковать, потому что, ну, как бы, все равно профессиональный повар. Потом жить с ней, молодец. С ней же жить. Я тоже, когда жена готовит, всегда очень будет, блин. Ну, конечно, не без этого балую. Идеально, всегда. Теперь жена сейчас Айкена поняла, что он это делает, потому что жить же с ней потом. Ну и также мы добавляем соль, перчик. Так, перчик есть. Перчик есть. Соль где у нас? Соль. Не это ли соль? Перчик желательно использовать свежемолотый. Я, кстати, в ресторане кушал такое блюдо. Вкусно очень блюдо. Ну, это круто. Я когда работал в ресторане, пел года 3. Всегда очень сильно дружил с поварами, с шеф-поварами, постоянно. Кстати, давай расскажем, до начала своей карьеры шоу «Суперстар КЗ» Айкын долгое время проработал как в ресторане. Года 3,5, 4 года работал в ресторане. Всегда посвящал песни поварам, официантам, потому что они приносили кушать мне. Обычно музыканты всегда кушали, как бы там готовится блюдо для ресторана, да? Как персонал? Для персонала, да, общее. Для персонала. А мне... Индивидуально готовили блюдо. Просто следующий музыкальный подарок звучит для нашего уважаемого шеф-повара Александра. Доброе утро, я тебе хочу сказать. Танец под дождем, ну там всякие песни. Ну да. Исполнял, поэтому с поварами надо думать. Мне кажется, всегда вот так. Ну, по приготовлению нашего замечательного соуса мы добавляем свежий базилик и сливочное масло. Сейчас так как у нас готов уже соус, мы варим пасту. Варим пасту. Это тарьятелли. 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 Тагльятелли. Они готовы, да, уже получается? Говорится. Что? Готовы. Ну, их осталось только, да, смотри. Так, сейчас.
Ждем пасту. Пасту. Здесь у нас, в принципе, все готово. Да, нам осталось только добавить пасту непосредственно в соус. Угу. Немножко протомить, чтобы паста впитала в себя вкус всего соуса и моря. Угу. Вот, и все. Если масло, то только шедевр. Мидии – это двустворчатые моллюски. Они содержат в себе минимум калорий и максимум пользы. Мидии богаты белком, известными группами витаминов и рекордным количеством микроэлементов. Моллюски очень часто входят в рецепты с морепродуктами, которые широко используются в блюдах французской, испанской, итальянской кухонь. Но больше всего ценят морепродукты в Японии, тем более, что издавна створки раковин воспринимались японцами как символ гармонии и верности любящих супругов. На свадебных торжествах и многих праздниках здесь до сих пор подается суп из ракушек. Если у вас много времени, вы всегда можете приготовить домашнюю пасту. В ней самое главное – это мука. Мы предлагаем остановить свой выбор на муке цесна, которая дополнительно просеивается, поэтому нет необходимости просеивать перед замесом. Запомните, мука цесна – отличный выбор для вашей пасты домашней. Друзья, невероятно аппетитный шедевр. Паста с морепродуктами уже готова. Когда смотришь и заодно рассказываешь, невозможно сосредоточиться. Друзья, сразу буду отвлекаться и говорить так. Безумно вкусно, невероятно красиво. Очень аппетитно. Советую попробовать в домашних условиях. Давайте еще раз по порядку посему, пока мы накладываем это все на тарелочку. Шеф, расскажем еще раз по очередности, дабы помочь зрителям записать рецепт, запомнить. Значит, для этого нам нужно паста. Паста твердых сортов. Твердых сортов. Из муки твердых сортов. Так. Потом болгарский перчик, лук порей, красный лук, всевозможные морепродукты какие. У нас креветки, у нас сегодня и мидии. Мидии, креветки, кальмар. Кальмар, да. Вот. Плюс, что касается зелени, у нас был базилик. Базилик, лук-порей. Лук-порей, базилик и тимьян. И тимьян. Свежий, да. Угу. Плюс еще томаты мы пропустили через блендер, превратив ее в томатную такую пасту, которую, собственно, и заливали наше блюдо. Также мы можем декорировать веточкой свежего базилика. Очень красиво, очень. Помимо того, что само блюдо было ароматное, хорошо. Но представьте, оттуда морепродукты, запах какой дают прекрасный. Еще томатов сколько много, и в конце еще базилик дополнит этот. Вот немножко... этот кальмар некрасиво лежит, можно его съем? Ты можешь съесть все, что лежит некрасиво? В принципе, чуть-чуть. Любители сыра могут добавить также сыр пармезан. Но как бы я не очень люблю с морепродуктами сочетать сыр пармезан. Он больше идет к мясным блюдам и к мясным пастам. Да, ну так как у нас здесь морепродукты, пармезан исключаем. Да. Это совет повара. Ну что ж, в принципе. Давайте попробуем, друзья. Айкен, я предлагаю тебе, ты так сильно интересовался сегодня мидии. Родословной, да, мидии. Так что возьми ее и попробуй, открой, сделай это правильно. Мы поделимся с нашими зрителями. Насколько у нас получилась сама по себе паста с морепродуктами. Я вот захвачу одну креветочку и, конечно, пасту обязательно. Кто-то был голодный в начале проекта. Друзья, это невероятно. Как бы вы ни поели, все равно вам хочется попробовать это творение. Креветка, кальмар и макароны. Тарители. Ну, что тут скажешь? Вкусно. Мгновенно отправляешься куда-то на моря. Меня сразу напоминает где-то таковым Таиланд. Это действительно шедевр. Не для каждого, сразу скажу. Дабы это приготовить, необходимо внимательно пересмотреть нашу программу, не пропустить ничего лишнего, и только тогда у вас получится идеально все. Но все возможно, все в ваших руках. Это магия кухни. Паста с морепродуктами удалась однозначно. Мы переходим к нашему следующему творению. Паста с морепродуктами. Нарезаем лук, болгарский перец, чеснок соломкой, а помидоры черри пополам.
обжариваем овощи. Базилик и тимьян на раскаленной сковороде с оливковым маслом. Через пару минут добавляем туда морепродукты и вливаем белое вино. После того, как вино выпарилось, добавляем измельченные блендером помидоры в собственном соку. Доводим до кипения. Приправляем солью, перцем и сливочным маслом. Параллельно с этим отвариваем пасту до состояния альденте. Объединяем соусом. Сотни рецептов. Один майонез. Майонез «Три желания». Ну и, наконец, имея прекрасное послевкусие после первого блюда, держа в руках нож для приготовки следующего, мы переходим к скалопине из телятины в сопровождении овощей гриль и пикантного соуса. Шеф, давайте расскажем зрителям, поделимся с нами лично, какие ингредиенты нам понадобятся, что нам для этого нужно и что это за блюдо. Это блюдо готовится очень легко и просто. Для тех, кто готовит его в первый раз, в принципе, не составит труда его сделать. Итак, мы берем... Записывайте, запоминайте. Мы берем. Мы берем говядину, вырезку, тонкий край, нарезаем тоненьким слайсом и чуть-чуть буквально отбиваем для того, чтобы наши волокна немножко размягчились. Сейчас мы парочку отобьем и покажем, как это делается. Да. Так, дальше. Так, дальше. Для гарнира нам потребуется свежий кабачок, болгарский перчик, помидорки черри и шампиньоны. Это у нас будут гарниры из овощей гриль. Хорошо. Так как мы готовим овощи гриль в домашних условиях, всю фишку я покажу сейчас в процессе. Для украшения, для подгарнировки нам потребуется сыр пармезан, кедровые орешки и наисвежайшая руккола. Вот. Для соуса нам потребуется репчатый лук красный, также помидорки свежие, также мы их отбланшируем, как в предыдущем блюде, и свежий базилик. Вот. Также нам понадобится наш пробитый помидорный сок, томаты в собственном соку, бальзамический уксус. Отлично. И также специи. Масло «Золотые горы». Вкус и польза. Вот что важно. Овощами гриль займется у нас Айкын. На этот раз я подготовил для вас немножко поинтереснее задачу. Давайте вы у нас замаринуете мясо. Вот наши отбитые, нарезанные скалопчики. Хорошо. Мы сначала солим, перчим. Так. Вот. У нас и так. Ну, так как это у нас овощи гриль, мы их режем крупненько. Вот так вот. Сколько перца нарезать? Весь перчик и весь кабачок. Окей. Кабачок, наверное, мы вот так нарежем. Сначала его. Задней части. Вот. На 4 части режем. Удаляем серединку таким вот образом. Так, так. Я делаю это прям как. И нарезаем вот такими наискосок брусочками. Все, пожалуйста. Так, ну а я тем временем, наверное, обжарю наши кедровые орешки. Вот, для Саша, того, смотрите, чтобы. Я правильно сейчас сделаю это все. Достаточно. Да, совершенно верно. Достаточно. По всей площади да. Мяса. Для того, чтобы наши орешки дали богатый аромат и вкус, мы их немножко обжарим на сухой сковородке. Так, овощи гриль нам потребуется также. Заранее мы помыли шампиньоны, почистили, но плодоножку не удалили. Чем я сейчас и займусь? Удалили плодоножку, да? Да. Айкын, а ты с супругой ни разу не пробовал вместе готовить? Если да, то какая работа ложится на твои плечи? Вообще... У женщины есть такое, когда еда еще не готова, заходишь на кухню, они начинают, не заходи. Нервничай, да? Как будто... А тебе же с ней еще жить, да. Поэтому... Да. Как будто ты рецепт какой-то ты узнаешь. Да-да-да. Будет готово, позову. Поэтому не приходилось готовить. Кстати, с друзьями, когда собираетесь, все повара друзья в основном или по-разному? Мне нравится. Кто готовит? Ну, конечно, когда с поварами, то подчиненный, ну, как не подчиненный, команда готовит, шеф отдыхает. А когда уже с друзьями, с кем вырос, то, конечно... Все просят, хочется, чтобы да? приготовил шеф. Да. Мясо. Я так, мясо, в мясо мы добавляем еще свежий тимьянчик, да. Так, теперь как правильно его добавлять? Берем веточку и каждый листик вот так вот немножко снимаем как бы с веточки. И крошим. И, да, немножко рассыпаем вот так.
получается, сейчас мы с мясом разбираемся, нам необходимо еще добавить туда масло. Да, совершенно. Вот теперь самое интересное, друзья, что касается масла. Для этого рецепта мы используем растительное масло «Шедевр». Мы выбрали именно его, все потому, что растительное масло «Шедевр» вырабатывается из натурального высококачественного сырья. Производственный процесс состоит из 5 степеней очистки. Вследствие этого масло не пенится и не перегорает при жарке. Так что «Шедевр» для вас. Сколько нам нужно его... Полностью согласен по поводу масла, я его тоже всегда использую в приготовлении. Отлично. Мы немножко поливаем для того, чтобы масло обволокло везде полностью мясо. Да. Так, все, дальше чуть-чуть, да? Мы поливаем его для того, чтобы в процессе приготовления не наливать масло на сковородку, угу, чтобы мясо жарилось именно на сухой сковородке. Да, перевернем и также польем. Угу. А, вот. Чтобы был эффект немножко, так, как называется, гриля. Бабочки. Ну или так. Вот. Дальше мы нарезали у нас овощи. Да, болгарский перец, цукини и шампиньоны у нас подготовлены. Мы зажигаем наш огонь для того, чтобы снова отбланшировать наши помидорки. Сделать чистую мякоть помидорную. Александр, а какое самое необычное блюдо вам приходилось готовить? Есть одно непростое такое блюдо, это приготовление змеи. Ага. Вот. Тоже. Но это же как экзотическое. Да, паназиатская кухня, смешанные стили. Вот. Кстати, мне приходилось пробовать как раз мясо крокодила, то есть я кушал. Но оно жестковатое, как бы. Мне напомнило оно, ну, как кролик, может, или как курица, которую передержали. Немножко запаха моря, да? Да. Вот. А змея? Змея это также курица, похоже, немножко с запахом тины, то есть озера. В то время, пока Айкон нарезает, натирает у нас пармезан, Алан режет лук, я мариную овощи гриль. У нас идет соль, также перчик. Весь сыр надо, да? Нет, половинку, наверное. Угу. То есть мы закинули, получается, в овощи гриль. Что, мать, если у нас грибы? Грибы, цукини. То бишь кабачок, да. Помидоры черри и болгарский перец. Все это солим сначала, да? Солится, перчится, добавляется чуть-чуть чесночка. Кстати, мы в мясо забыли чесночка чуть-чуть добавить. Сейчас я это дело поправлю. Это не страшно, да? Это не страшно, конечно. Айкон, а из местной эстрады? Ну, я понимаю, сейчас ты начнешь говорить, что я сейчас боюсь про кого-то забыть или кого-то не обидеть. Кого ты слушаешь? Ну, скажу честно, только что, когда сюда ехал, я слушал Жбана Шажикченова, одна из его последних песен. Угу. Берамбека Беспаева, Батырхана Шукенова, естественно. Угу. Слушаю, кого еще... Гадльбек Жангай. Ну, то есть более казахскоязычную эстраду я люблю слушать из казахских песен. Как ты думаешь, что на нашей эстраде не хватает? Кого? Какого жанра не хватает? Рока не хватает, мне кажется. То есть рока очень мало. Ну, в силу того, что казахский язык такой... Ментальности еще? Да, ментальности. И как бы он не такой грубый, наверное. Он как бы о любви. Берем лист. Лист противень. Вот таким образом. Вот образом. И посыпаем тоненьким слоем на... Это под мясо? Это у нас полностью пойдет как под гарнир, как бы добавли... Как бы, как сказать это? Ну... Скажи по-казахски, не ошибаюсь. Дополнительная нота к нашему блюду. Так, с луком покончено. С луком покончено. Может быть, возьмешься за помидоры и отбланшируешь, и удалишь серединку и также кожицу. Так, ну а мы разберемся до конца. Так, отбланшировать это без проблем. Теперь мне скажи просто, как это делается проще, чтобы я сейчас не натворил тут. Проще это делается вот так вот. Небольшие насечки делаются на помидоре в форме крестика и забрасываются в кипящую воду. Буквально. Затем, потом снимаем. Да, буквально. Угу. Секунд 10, мы вытаскиваем наши помидоры. Угу. Порежем, да? Шеф, а у вас какое любимое блюдо вообще? Ну, как у любого казахстанца,
Это бишбармак. Я безумно люблю бишбармак с конины. Именно с конины. Да. Во-первых, люблю... Я сейчас приготовился, что Саша нам скажет какое-то экзотическое название, придумает замороченное такое, с чем-то, там-то, там-то и так далее. Я сейчас буду сидеть и гадать, что это за блюдо, чем его едят. А тут, пожалуйста, все так банально и просто. Да, все гениальное просто, как говорится. Вот. Я на самом деле считаю бишбармак очень таким гениальным, хорошим блюдом. А готовить умеете бишбармак? Да, я вообще ценю, когда... Делается тесто на бульоне, как положено, когда оно тоненькое, когда оно во рту тает. Я считаю, это вообще потрясающе. Сковородка наша разогрелась, так. Чесночок наш порезался. Можно, конечно, немножко помельче. Еще меньше, да? Да, сейчас мы это сделаем. Так, а маслица? Маслица нет, маслица у нас в овощах. Единственное, что можно, так это можешь перемешать овощи. Перемешиваем, добавляем немножко... Уксуса бальзамического. На овощи, да? Да, он придаст такую ароматную кислинку, а также передаст весь богатый свой вкус. Я Нельсон Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкус и запах. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Помидорки мы можем также удалить серединку, нарезать их теперь кубиком, не соломкой, а кубиком. Так же, как середину соломка, удалять, только еще пополам. Угу. Так, ну овощи наши перемешались, сковородка у нас нагрелась. Овощи делаем больше огня, да. А для чего удаляется серединка? Для того, чтобы не попадались семечки. Чтобы потом желудки помидор не вырос. Да, да. Даем пошкварчать. У нас так. Так, кругляшками нарезан сыр. И насколько я понимаю, это у нас был один из последних ингредиентов, потому что в принципе уже все уже у нас поучаствовало. Да. Теперь мы готовим соус. Нарезанный с вами. Я предлагаю подать к скалопине соус «Три желания» томатный с базиликом. Именно этим соусом сейчас поиском займусь. Томатный с базиликом, друзья. Соус однозначно должен идеально подойти к нашему блюду с калапини с телятины. Советую вам попробовать, друзья. Соусы «Три желания» изготовлены по уникальной рецептуре. Из цельных кусочков натуральных овощей, зелени, специй и пряностей. Они разнообразят и дополнят вкус любимых блюд. Соусы «Три желания» не только подают готовым блюдам, но и используют в процессе приготовления. Так что советую и вам попробовать на вашей кухне «Три желания». Загадайте свое. Так, с соусом у нас все ясно. Нам осталось буквально... несколько штрихов, и, в принципе, блюдо уже будет готово. Что самое интересное, достаточно быстро это все делается. Еще раз напоминаю, нас трое на кухне. Но если даже вы в одиночку попытаетесь приготовить нечто подобное, что сегодня творим мы, у вас, в принципе, это тоже все быстро получится, потому что изначально мы с шефом говорили о том, что эти блюда под руку и под силу, собственно, каждому из даже из новичков. Главное вовремя и правильно, сбалансированно соблюдать рецептуру. Мы о ней вам еще донесем сегодня, напомним. А пока я еще раз прокомментирую о том, что происходит. Значит, мясо у нас замариновалось, оно сейчас маринуется до сих пор. Нарезали их слайсами, такие тонкие блинчики я их называю, отбитые, там, если хотите. Несколько кусочков поперчили, посолили с обеих сторон, залили все это дело маслом с обеих сторон опять-таки. Оно сейчас тонится, это все готовится к отправке уже на сковородку. Тем временем мы закинули в одну большую посуду овощи, цукини, болгарские перчики, помидорки черри и шампиньоны. По-моему, ничего не забыл, да? Правильно. Все верно. Все это колесо порезалось кубиками у нас. Закинули посуду. Опять посолили, поперчили, замариновали, так сказать. И еще добавили мы, насколько я помню, соевый соус. Это не соевый соус, это бальзамический уксус. Бальзамический уксус, простите, да. Справитесь? Да, я справлюсь. Все. Можно чуть-чуть убрать. У нас сковородка чуть-чуть сильно накрылась. Мы все сделали, все порезали, получается, так, да? Овощи у нас готовы. Овощи у нас готовы. Вот у нас почти готов. Вот так, правильно. Смотрите, сейчас, внимание,
Вот на что она магия кухни, за то, чтобы именно все те порезанные у нас слайсами мяса у нас помещаются на одной сковородочке. Великолепно. Мне казалось, что что-то останется лишнее на тарелке. Вот так вот. И вот так, простите. Вот так вот. Так. В эти самые помидоры, которые вместе с луком, вместе с чесночком и базиликом, мы добавляем красного вина. Да. Красного какого? Полусухого вина. Да. Это для? Для соуса. Для натурального кетчупа нужны всего три вещи. Лучшие томаты и, главное, самые лучшие томаты. Кетчуп «Три желания». Томаты и только томаты. Наше мясо уже почти готово. Так. Вот такое у нас золотистое, поджаристое. Заметьте, мы замариновали мясо, соответственно, сковородку ни грамма не добавляли масла, потому что оно уже было самонамаслено, промаринованное и так далее. Так, сейчас у нас вино выпарится. Мы добавим немножко водички, кипяченой воды. Наша водичка. Так. Айкэп, сколько в твоем репертуаре уже песен? В принципе, мясо у нас готово. Мясо у нас готовится до прожарки medium well. Извиняюсь, перебил. Ничего. Песен очень много. Клипов уже где-то 15. 15 клипов? Да. Песен... Ну, 60-70, наверное. Ну, в основном есть песни, которые я не исполнял, которые мне не понравились, которые в ящике там черном лежат. Ну, основной репертуар, концертный репертуар, это где-то песен 20, основные песни. Ну, это полноценнейшие, как бы я бы сказал, два альбома прямо у тебя, да? Получается, да. Из избранных. Да. Топ. Ну, у меня и так и два альбома, один русский, один казахский. Угу. Получается. Так. Возвращаемся к той готовности, о которой нам говорил шеф. Так, ну у нас мясо уже готово. Что там готовится? Овощи готовы. Можем подготовить тарелочку. Угу. Соус у нас уже на старте. Так, это мы все уберем. Это уберем лишнее, да. Быстренько. Так, хорошо. Я все жду, это когда час сыра начнется, это в конце. Час сыра, да, это в конце, когда уже будем выкладывать. Ну, можете его поближе пододвинуть. Там. Так, выкладываем овощи. Выкладываем овощи. Облизываемся. Берем сырок. Так. Вот. И вот таким образом мы вот так выкладываем. Кусочек мяса, кусочек сыра. Угу. Кусочек мяса, кусочек сыра. Бифштекс такой. Слушайте, так круто. У меня есть салат такой, один из самых любимых. Через помидоры, да. По-моему, и да. На самом деле для этого блюда можно использовать гарнир, какой хотите. Вот, делаем два столбца таких рядом по соседству. Так, давайте, может, я попробую? Да, конечно, пожалуйста. Что-то я увлекся. Ничего страшного. Так, сюда кусочек сыра. Это круто, Айкан. Так, соус наш готов почти. Мы его перчим. В любом блюде, особенно в мясных блюдах, где морепродукт участвует, соус играет огромнейшую роль. Да. Все, да, зависит именно от соуса. Он прав. Все дело в соусе. Солим. И так, одно мясо, мне кажется, уже это... А ты можешь по соседству сделать. Мясо, кусочек и все. Да. Пробиваем наш соус. Стреляться не будет? До однородной массы. Добавляем также свежий базилик. Берем ложечку. Перемешиваем. Наш соус готов. Ничего страшного нет, если остались небольшие кусочки мякоти помидоров. Они дадут свой такой... Тем временем у нас запах, бутерброды, да.
контраст. Сыр без мяса убрали, соль, сок еще. Да, поливаем сверху. Это все дело сверху. На соль. Мясо, не на гарнир. На мясо, да, непосредственно на мясо. Это же у нас соус к мясу идет. Угу. Основной соус. Также у нас еще один же какой-то там соус. Да, у вас одно здание рушится, давайте немножко его поддержим. Ничего страшного, это не катастрофично. Хорошо. Нужно это дело поправить. Вот так вот легко и непринужденно трое мужчин в очередной раз справились на этой кухне. На то она и магия настоящей кухни. Даже те люди, которые, собственно, не такие командиры, не такие опытные, как наш шеф сегодня. Мужчин на кухне — это всегда хорошо и приятно, особенно для женщин. Ну, нам остается, конечно же, подвести некоторые итоги перед тем, как испробовать очередной кулинарный шедевр, не побоюсь этого слова, потому что мы все старались. И какой запах стоит на кухне, нам остается из программы в программу только вам его передавать. Кедровые орешки. Руккола очень сочетается с мясом, с рыбой. То есть универсальная трава, которую мы можем использовать поближе, везде. Давайте сыр, Саш, подвинем и покажем, насколько это красивая печенька у нас. Ну, вот как-то так он выглядит. Нам он... Его нужно совсем немножко. Угу. Берем для таким украшения. Образом. Да, он как дает свой вкус, также и придает неординарный вид блюду. Слушайте, вкусно. Так он сухарик. Вообще круто. На одном сыре можно жить просто и все. Да. Это все дело можно немножко полить бальзамическим уксусом и немножко оливковым маслом. Главное не переборщить. Да. Буквально бальзамический уксус. Любитель бальзамического уксуса вообще. Ну что ж, настал тут ответственный момент, обожаемый всеми нами. Немало было усилий приложено, но с такой ответственностью мы подошли к этому блюду. Это было очередное творение совместной уже работы от Александра, нашего шеф-повара ресторана «Ля Руф», наш гость Айкын и, конечно же, мою. Давайте попробуем, что мы натворили. И, собственно... Натворили. Да. Стейк-ножи у вас как есть. Естественно, все наша первая дегустация отправляется к мясу совместно с сыром. Ну, как бы рекомендую попробовать все вместе, сразу на одну тарелочку, на одну вилочку немножко нацепить мяско, немножко рукколки. Так, вот мясо я порезал, кому надо. Рукколки, немножко кабачка, болгарский перчик. И богатый букет обеспеченного рта. Так, тут непростой процесс, чтобы это все, потому что ингредиентов очень много, хочется попробовать все за один раз, дабы поделиться вкусом. Тарелочки просто нужны. Что следовало ожидать? Так, даже вот так вот я сделаю. И в конце гриб возьму, вот так вот, вот так я его сделаю, вот, все. Можно по одному в рот наложить, а потом жевать. Слушайте, ребят, это, конечно, все хорошо. Но это сказать вкусно, это ничего не сказать. Глаза разбегаются от такой палитры, что творится на тарелке. Тут и мясо, и сыры, и овощи, и приправы, и, главное, соусы играют огромнейшую роль. Насчет того, что аппетитно это или нет, я вас уверяю, даже если вы невероятный гурман, и любите поесть добротно, так очень много, этого одного блюда вам будет уже достаточно, чтобы насытиться. Ну и, конечно же, похвастаться перед теми, кому, для кого вы это собираетесь приготовить. Мы благодарим Александра из ресторана «Ля Руф». Александр, спасибо за два замечательных рецепта. Паста с морепродуктами, которая свела с ума нас, естественно, и скалопини из телятины. Это невероятная кухня, друзья. Пробуйте дома у себя. Ну а тебя, Айкын, мы, как всегда... тоже не отпустим с пустыми руками. И благодарим за то, что сегодня разбавил эту атмосферу на кухне и поделился своими впечатлениями. Ну и, конечно же, поделился радостными новостями о своей жизни. Для приготовления скалопини с говядиной необходимо очистить вырезку от прожилок и нарезать тонкими медальонами. Затем замариновать солью, перцем, чесноком, тимьяном и оливковым маслом. Пока мясо маринуется, крупно нарезать овощи и приправить их теми же ингредиентами, что и мясо. Для соуса помидоры нарезать средними кубиками. Красный лук мелко порубить и обжарить на оливковом масле.
каперсы, помидоры и базилик. Довести до кипения и снять с огня. На сухую раскаленную сковороду выложить заправленные овощи и постепенно обжаривать в течение 7 минут до характерного поджаренного оттенка. Говядину также на сухой сковороде обжарить до готовности medium well. Выложить на тарелку овощи и мясо столбиком с прослойкой из сыра моцарелла. Полить соусом и декорировать рукколой, кедровыми орешками и чипсами из сыра пармезан. Он шахты сыр бар, әр айелдің. Салаттың, пісірме, езбемен омлеттің. Брокколи, руккола, тмин, кинза хоспасмен, камамбер, ракфор, чеддер және ірімшікпен. Сырки су, тұз, бұрышы ұнтақталған. Сүйіспеншілікпен, шын жүректен жасалған. Етпен, етсіз де салмамен салмасыз. Бір майонез. Рецептері сансыз. Три желания майонеза. Это корзина с продукцией нашего генерального партнера Eurasian Foods Corporation с брендами «Три желания», шедевр и «Золотые горы». Готовь с удовольствием, угощай родных и близких, конечно, свою очаровательную супругу, ну и хвастайся перед своими друзьями и зови нас в гости к себе домой на свою кухню. Приготовим что-нибудь вместе. Саркат. В окружении всей этой кухонной суеты, но с приятным удовольствием, полученное от наших гостей, от кухни, дорогие зрители, нам пора прощаться с вами. Смотрите шоу «Магия кухни» завтра в это же время на телеканале СТВ. И приятного всем аппетита! Томаты, томаты и только томаты.